Сьогодні до нашої студії завітав режисер театру Центру культури міста Анікщай з Литви Йонас Буліляускас. Вітаємо. Бузіляускас. Вітаємо вас. І для того, щоб вам було зручніше мене розуміти, перейдемо на російську мову спілкування. Розкажіть нам, пожалуйста, о вашому участі в фестивалі «Мільпоменна» в Ніколаївщині. Ну, мы часто едем в фестивали в разных странах. Я был вообще в своей жизни в каких-нибудь 30 странах на разных фестивалях. Были таких экзотических странах, как Перу, как Южная Корея, как Марокко, вот потом Канаде там и так далее. А в Николаев мы приехали, потому что нас пригласили сюда Артем Свистун, ну, с которым я очень давно знаком, потому что я даже ставил здесь спектакль, вы помните, наверное, «Мигранты». Да, действительно, мы анонсировали в студии «Нового дня» этот спектакль. Да, в Русском драматическом театре. И мне большая честь и радость, конечно, здесь показать свой спектакль. Я несколько раз, пару раз был, театрон такой праздник бывает, Очакова. А вот на таком очень большого, сильного уровня фестиваля, где приезжают профессиональные театры из не только Украины, это очень приятно здесь быть. Хочется теперь рассказать подробнее зрителям о вашем спектакле, премьера которого в Николаеве произойдет уже сегодня вечером «Маргарита». Да, этот спектакль, такой он не бытовой, он с символами, такой философский немножко. Это про Маргариту, которая жила с Фаустосом. Это как будто продолжение этой истории. Маргарита живет в тюрьме, 25 лет там продолжение. Это такой импрессионизм немножко. Но это, конечно, зрителю все будет понятно, хотя бы будем играть на литовском, потому что зрелищный спектакль, много освещения работает, работают символы, работают отношения между актерами. Три актера только. Думаю, что зритель все поймет, тем более, что я перед спектаклем еще немножко объясню, что это про что это все. И потом, конечно, можем поговорить после спектакля, что непонятно было, чтобы тоже пояснить. То есть у николаевского зрителя будет возможность еще и окунуться именно в язык вашей страны. Да, язык они услышат, Но это, говорю, я думаю, что в театре язык не самый главный, в принципе. Это главное зрелище, главная атмосфера спектакля. И иногда даже вот я смотрю много спектаклей в всех фестивалях на разных языках, которых вообще не понимаю. И мне бывает очень интересно, даже очень-очень интересно. Вы не зря сказали о том, что действительно путешествуете по разным странам, и вот совсем недавно в Николаев вы приехали с своим спектаклем из Марокко. Да, я вот 2 недели назад мы были в Марокко, 10 дней назад играли этот спектакль. Уида такой город есть в Марокко, он там у Альжира, но там не столица. Но это большой город, там 500 000 живет зрителей. Мы играли в очень большом зале, как ни странно, хоть этот спектакль камерный. Там были театры из Альжира, из Франции, из Бельгии, из Италии и, конечно, из Марокко были театры. Нас очень интересно. Они приняли, зрители приходили тоже, даже не участники фестиваля разные, но там зал, там 1000 местные зрители, не знаю, каких-нибудь там 400 было в этом спектакле. И они очень, как ни странно, внимательно очень просмотрели, потому что я видел, как на других спектаклях они там приходят, уходят, опять приходят, такой у них другой подход немножко к театру, не то, что у нас сели и должны смотреть. Так вот, это очень интересная страна, другая культура, это все такое, там король руководит у них, нет демократии, но это ничего не меняет, это даже интересно, и даже многие стройки идут в этой стране, да, много. Несмотря на другую культуру в Марокко, именно к просмотру театральных выступлений, в Николаеве тоже немножко, но по-другому воспринимает зритель то, что привозит режиссер. Хотелось бы от вас узнать, какие у вас ожидания, возможно, что вы ждете от николаевского зрителя, или же, наоборот, вы уверены в том, что он воспримет все именно так, как вы запланировали? Я думаю, что плохих зрителей не бывает. Бывают плохие актеры, плохие спектакли.
И я надеюсь, что этот спектакль, ну, не покажется зрителю плохим. Он немножко может быть другим, чем вот они привыкли смотреть. Но это и хорошо, я думаю, если мы возили такие спектакли, какие здесь ставятся, то было и им неинтересно. Фестиваль для этого, мне кажется, и есть, чтобы зритель увидел разные стороны, разные жанры, разные уровни спектаклей. Я надеюсь, что зритель будет доволен, если действительно настоящий зритель, который любит театр, это же и у нас такие придут, я понимаю, там же 60 мест только в малом зале, и там не будет каких-то там тысяч людей, то они, я думаю, получат удовольствие. Я надеюсь, я пожелаю этого, и мы будем стараться, чтобы так было, конечно. Просматривали ли вы работы ваших коллег-конкурентов во время фестивальных выступлений? В первую очередь, я не думаю, что фестиваль – это конкуренция какая-то. Это же дружеский сбор разных театров, которые друг друга видят, знакомятся, общаются, делятся. Я никогда не считаю, что спектакль – конкурс какой. Это просто, мне кажется, такой дружеский сбор других стран, разных стран, других театров, разных театров. Я смотрел вчерашний спектакль, потому что мы только вчера приехали, и я надеюсь, что посмотрю завтра португальский спектакль тоже. Какие у вас есть напутствия для вашей творческой группы, для ваших актеров, чтобы действительно они почувствовали себя на Николаевской сцене как дома и сделали все по максимуму? Ну, так они везде себя чувствуют как дома. Я думаю, это если актер, у него такая профессия, такой опыт, они опытные люди, они тем более они привыкшие играть в камерных сценах, потому что это мне нравится камерная сцена, где близко зритель, что там нельзя соврать, там прятаться. Ну и попробуем создать атмосферу, там сколько возможно с освещением еще, там важен этот спектакль, очень важно освещение. Ну и я думаю, что актеры, как и везде, будут играть, они не делят играть в Марокко или Николаеве, или там Литве. Везде они играют одинаково, везде стараются дать энергию зрителю, что они почувствовали эту их энергию и отдали свою. Хочется сейчас вернуться опять же к вашему спектаклю. Какая главная цель, то, что вы хотите сказать своим спектаклем николаевскому зрителю? Это спектакль, что про человеческую вину. Маргарита чувствует виноватой, и она ее оправдывает во время этого спектакля, она меняется. Но это спектакль про то, что мы есть маленькие мышки в этой жизни, в принципе. У нас есть силы, которые от нас не зависят, нас направляют. Нам, конечно, мы там стараемся или не стараемся это делать, чтобы меняться, но нам кто-то помогает всегда. Это про, ну, такой судьба, как будто человеческая. Может это назвать Бог, может это назвать дьявол, может это назвать просто судьбой. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы стали гостем нашей программы. Желаем только успеха вашему спектаклю, вашим актерам, вашей творческой группе. И я думаю, что сегодня николаевский зритель также порадует вас своим вниманием и порадует вас своими искренними аплодисментами. Спасибо, мне было очень приятно с вами общаться.